Та-т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 а
Фух. Вот такой у нас тут гламурный вид. Так, я, собственно, о чем? О, Виктория первая, как всегда. Сняли несколько дней назад, по-моему, 6 дней назад видео. Нет, видео сняли уже, на самом деле, почти дней 10 назад. Серега выложил его 6 дней назад в интернет, Миронов. Кто не знает, это дядя Сережа. У него тоже большой-большой свой есть блог. Он у нас блогер известный. И видео наше, так уже, по-моему, 1400 собрал за 6 дней, попало в топ. Вроде хорошо, когда идут новые подписчики. С другой стороны, все вопросы одни и те же старые. Сережа там бедный уже устал стирать комментарии. Чего не работаю? Чего не работаю? Так потому что у меня уже лето. Я вообще, значит, не работаю. Я с утречка пытался показать красивые Исааки, будучи в центре. Что у нас красивого в городе происходит. Так связь такая г, что вообще ни хрена не выходит. Вот. Почему я был в центре, кстати, потому что там у Маси идет ее большая конференция европейская. Они со всей Европы пригласили известных перманент-мастеров. И, соответственно, идет конгресс. Она там, собственно, и работает на нем. Собственно, вот так вот. Короче, связи нету. Я пришел, отработал уже троих. И вот сейчас покушал, пошел в машинку, думаю, поваляться, подрыхнуть. Или с вами поболтать. И тут надо же есть Инет. Зависает опять. Ёкарный бабай, но это же невозможно. На самом деле получается, что можно снимать только из дома, а картинка из дома, по-моему, уже всем надоела, включая меня самого. Так, что с отдыхом? Ты вообще пропал. Как я пропал? Не должен же я пропать. Должен же быть интернет. Чё, всё, ничего не слышно, ничего не видно? Так, почему лак для ногтей такой скучный? Потому что Мася сказала, что мы теперь красимся одним лаком, а она захотела такой цвет. Так, хай из Твери. Саня лагает. Я не знаю, что по этому поводу делать, потому что я сел, он мне показал 4G интернет. А что дальше происходит, я уже не знаю. Хоть выходи из интернета каждый раз. Так. Саня, какую машину взял? Еще никакую не взял. Так, а как Лев приезжает, когда в Красноярск, не знаю. Так, вроде нормально. Ну ладно, надеемся, что интернет будет работать. Так, Новосибирску передать привет, это я могу. Сколько я вешу? Сегодня утром было 112 700. Извините, меня всегда интересовало, а вы гей? Хорошо, хоть девочка задает такой вопрос, а не мальчик. У меня есть видео на моем канале, YouTube канал. Забейте, там буквально 5-7 минуток. Там рассказывает Саша Шпак о том, гей ли он. Так и называется видео. Вот. Рост 182. Что я за чудо? Вот такое я, странное чудо. Похудел, да. Было 122. Как Мася. Мася работает, даже сейчас звонила, пришлось ее проигнорировать, потому что с вами общался. Сейчас дообщаюсь и будем общаться дальше с Масей, что у нее там происходит. Если у Маси права, да, есть, но она любит, чтобы я за рулем сидел. Так, что на глазах? На глазах татуировка. Что делать, если во время тренировки дрожат руки? Ну, вообще, руки теоретически не должны дрожать, надо смотреть, что с нервной системой. Вот, показать банку, да блин, я ж не дядя Серёжа, чтобы банку показывать. Качаю ли губы? Нет. Показать попу, господи, ну что ж такое-то? Так, арестовали, пишется через Е, ну так, ничего странного. Я сидел? Нет, не сидел. А что за подводка? Да ёлки-палки, не подводка. Что, неужели не видно, что это татуировка, нет, да? Как бы, да, буду в Минске. А почему? Меня вроде никто-то не приглашал, чтобы я оплаченно туда ехал. А как найти на Ютубе? Саша Шпак. Забиваете, поверьте, сразу увидите. Там Саша Шпаков, я один. Так. Дядя Сережа всегда банку показывает. Ну, дядя Сережа, когда меня пригласит в следующий раз к себе в выпуск, я буду у него показывать там банку. Красивый носик, да. 3 раза деланный. Ресницы нарастить не. Ну, мне еще надо перманент дожечь. Дожечь, потом сделать. Видите, бровей-то нету, все выжгли. Так, Банчо Лео Химии. У дядя Сережа на канале, смотрите, все у него есть. Так. Так. Реально фамилия Шпака или псевдоним? Нет, реально, однозначно, так оно всегда и было. Так, что за образ такой? Образ вот такой. Больно ли выжигать? Блин, больно, реально. Саня, скажи, спина не растет, на что делать упор? Помните, растет та мышца, которую вы помпуете. Многие пытаются почему-то применить какие-то непонятные системы, то ли на силу, то ли еще на что-то. Мышца любит памп, кровонасыщенность, поэтому она должна работать. Там не должно быть 5 повторений. У некоторых она от 5, конечно, растет, но, как правило, она растет повторение от 20. Так, губы свои? Нет, содрал с мертвого человека и прилепился. Конечно, свои. Так, розовые сердечки от Виктории Майер, они всегда приятны. Так, кстати, он не красненький здесь, а какие у Виктории сердечки?
Там через сколько после... Я не консультирую по фармакологии, мальчики, девочки. Так, что я такое? Не знаю, посмотрите в хищнике, там есть такой ответ. Где волосы? Сзади. Мася, как ты их вот так вот завязала сегодня. Вот так вот. Так, что за тачка? Тачка Жопель. Который мне уже изрядно надоел. Надо его продавать. Губы ботоксные, ё-моё. Ребята, перед тем, как задавать вопрос, поймите, что ботокс это ботулотомический токсин, трупный яд. Если его закачать в губы, то они будут болтаться у вас у пупка. Поэтому неправильный вопрос. Почему не консультирую по фармакологии? Да потому что что-то все считают, что я должен консультироваться по фармакологии, а я делаю в жизни то, что я хочу. По спорту, по последствиям, по пластической хирургии, по психологии, с удовольствием, а все остальное не хочу. Вот. Знаю ли я Югая? Ну, слышал, но даже, честно говоря, не знаю, как он выглядит. Так, с руками тоже больше на памп налегать. А, руки как и ноги. Но ноги более выносливые мышца. Руки любят чередование. То есть можно делать силовую вещь, но все-таки я сторонник работы либо на объем, либо вообще на количество. Собственно, вот так вот. Так, а сколько у меня стоит одно занятие? 2000 рублей на меня стоит. Отрастить бороду не могу. Мася не нравится, да и мне тоже. Так, нравится, когда рассуждаем на тему отношений и любви, больше видео. Будет. Мы с Масей хотим все-таки сделать этот диалог, потому что у нас на днях был диалог, после чего я и снял это видео. Но диалог у нас был гораздо более интересный, потому что она все время со мной спорит, а выходит на самом деле вполне неплохо. За сколько? За час? За тренировку. Тренировка длится, да, час, может быть, час 20, первая дольше, потому что приходится обсудить очень много чего. Так, на объем, если работаем, это 12-15 повторений. На самом деле, можно даже не считать повторений, когда правильно подобран вес, а вы гонитесь к повторениям, то это начинает сказываться на технике. Саня, знаешь ли ты Оксимирона? Не знаю. Был ли в Пушкине? Да, не раз. Салам из Казахстана и вам наш дружественный привет. Так, почему остановил трансу, когда вы грибы ели? Если у нас в Петербурге такая хорошая связь, то, оказывается, в Европе она еще хреновее. Поеду ли на тайские каникулы, не знаю, никто пока не приглашал. Как усмирить аппетит? Кушать на правильные продукты, например, огурцы, яблоки, клубнику, и, поверьте, можно съедать по несколько килограмм. Так, где находится фитнес, можно ли к вам на занятия? Санкт-Петербург, Дивенская, дом 4. Да, можно. Крашили глаза? Нет, сейчас не крашу, потому что смысл, татуировка не доделана, и, собственно, вот как-то вот так вот. Так, ты чем занимаешься? Просто только что зашел. Чем я занимаюсь? Болтаю с вами. Не хочешь ли стать веганом? Да, я, в общем, пацифист, люблю животных, но отказываться в полной мере от мяса не хочу. Так, как относишься к тренировке 4 подхода, где... Да никак, я на самом деле тренировки все делаю интуитивно и смотрите на канале, собственно, вот так вот. А, занимаюсь ли я спортом? Нет, я занимаюсь фитнесом, а фитнес это такое... времяпрепровождение в зале, которое приносит удовольствие, а спорт это то, что не приносит удовольствие. Так, кто из спортсменов тебя мотивирует или мотивировал? Ну, мотивировал когда-то Арни, добрый старый Арни, на этом, в общем, все. Сколько тренить плечи в неделю? Все тоже просто. Тренировки должны быть интуитивные раз, во-вторых, если вы что-то хотите, чтобы оно доминировало, надо это делать 2-3 раза в неделю, просто чередовать нагрузки. Так, спорт тоже приносит удовольствие? Да, приносит, если за него платят. Вы красите глаза? Нет. Блин, как каждый раз, столько много новых. К любым сжигателям я уже немного раз говорил, отношусь одинаково. Они созданы для того, чтобы вывести ваш организм из состояния равновесия. И не каждому подходит жиросжигатель. Более того, даже одному и тому же человеку они не каждый раз подходят. Когда на отдых, эх, блин, надеемся, дней через 10. Почему фитнес? Ты же железом тренишь. Да, треню железом, приседаю, но... вся тема, что почему-то кто-то решил, что я ББ. А я к этому не имею никакого отношения. Мне больше нравится что-то в стиле кроссфита. И опять же я говорю, что я работаю в удовольствие. А все остальные пытаются сработать на какой-то определенный результат. Так, Саня, смотришь ты смешанные единоборства? Нет, вообще не смотрю. Причине того, что телек у нас только для просмотра фильмов, а телевизор мы не смотрели. Сколько мы с Мастей не смотрели телевизор? Ну, я, короче, уже лет 8 не смотрел. Собственно, вот так вот. А что это у меня такой телефон горячий? Просто сейчас треснет, наверное. Так, мне меня жалко. Так, хорошо. Что такое памп? Памп – это когда мышца накачана излишней кровью. Что у меня с личной жизнью? Шикарно. Смотрите у меня на канале. Там есть 5 интервью о моей личной жизни. Как родился, с кем был и вообще как она прошла. Не хочу я сушиться, хочу вкусненько куфать. Кто Мася? Мася супруга. Сколько занимаешься? Сколько я занимаюсь? 20 с чем-то лет занимаюсь.
сколько мне лет? 18+. Так, Саня, чтобы руками добавить, скажи, какие упражнения выше, повторы. Не знаю, я вот начал заниматься армом, и руки реально стали меняться. Самый большой плюс от этого, что раньше у меня руки сваливались за неделю, через две недели они сваливались так, как будто я вообще 20 лет спортом не занимался. А начал заниматься армом, и руки перестали вообще падать. Детей нет? Нет и не будет. Как называется YouTube? А, Саша Шпак, так и называется. Так, сколько у меня бицуха? 47. Сейчас отвечу, вот Мася тут. Так, Мася, в перископе, перископ.